Евангелическая лютеранская церковь Воскресения Христова. Она была основана в 1811 году и на средства Александром II, нашим императором. Вот посмотрите, какое удивительное совершенно место в городе Пушкин. Вот, показываю поближе. Кто был, кстати, вот в Калининграде, немножко напоминает тот собор, который у них находится. Здесь вот такая грядочка. Посмотрите, какой готический вход с двумя красивыми такими фонариками. Вот так она возвышается. Попробуем зайти вовнутрь. Здесь разрешили зайти. Здесь висит гобелен из лоскутков. А здесь вот такой вот вход. Что же, давайте посмотрим, что внутри. Ну, я знаю, что очень аскетично здесь должна быть. Должно быть все окружение. И вот тут вот так вот, смотрите, интересно. Да, все белое. Росписи не должно быть. Там на башню идет вход. Справа и слева сидят прихожане обычно. И вот у них алтарь такой впереди. Здесь такие забавные ангелочки висят. И вот эти старинные еще идут перекладины. Отсюда читает проповеди. И вот там хор. Здравствуйте. Вот, друзья, вот такая интересная маленькая для вас экскурсия.